У вас, наверное, было такое, что вы спокойно себе стоите на дороге, где едет машины, и вас случайно сбивает машина. Что ж, не волнуйтесь, у компании Bimon Company Industries Sports есть решение для этой проблемы. Для этого нужно подрубить бессмертие. Ну а перед тем, как мы покажем, как работает бессмертие, то настоятельно рекомендуем подписаться на этот канал. А то пропустите следующие инновации нашей компании, и кто будет в этом виноват? Что ж, врубаем бессмертие и начинаем наш тест. Становимся вот на дорогу вот сюда. Ну, и ждем машину. И да, скорее всего, когда машина встретится с нами, то она, скорее всего, взорвется. Бдыщ. Не волнуйтесь, в машине никого не было. Там был наш автопилот. Сэр, это не наша машина. Что ж, у вас наверняка была такая ситуация, что вам назначили смертную казнь и штраф $1 миллиард, чтобы вас не казнили. Что ж, у компании Bimon Industries Company Sports есть решение для этой проблемы. Тут понадобится наше бессмертие. Итак, спорим с другом на $2 миллиарда, что мы сможем спрыгнуть 10-этажки и выжить. Почему же за 2 миллиарда? За 1 миллиард мы расплатимся за штраф, а за другой можем кайфовать от души просто. Ну что ж, прыгаем. В обычной ситуации вы бы сломали ноги, но в этой ситуации вы сломали асфальт. И чтобы не платить штраф, быстро убегаем с места происшествия. Ну а чтобы притвориться, что вы никак не причастны к этой ситуации, то смотрите мое прошлое видео про читы на реальную жизнь. Ну и не забывай про подписку на канал. Всем пока.